Чувашской республики – это наши самые ближайшие соседи. У нас очень хороший контакт как между руководителями, так и между нашими специалистами, между нашими республиками. Мы очень внимательно следим, какие процессы у вас идут, и радуемся вместе с вами. Вот я проехал, смотрю, значит, и поля, и город, и все остальное очень достойно. Ну и, конечно же, в республике Татарстан проживает достаточно много людей чувашской национальности. Они очень трудолюбивые, очень такие порядочные. И мы, конечно, хотим поздравить наших соседей, значит, с Днем Республики, пожелать успехов и процветания.